Теперь конкретно о тех, кто ковал победу. Музей Ярославского пополнился еще одним экспонатом. Сегодня состоялась торжественная передача кителя генерал-майора Андрея Притузова. Он отмечен различными боевыми наградами. Здесь и орден Ленина, три ордена боевого красного знамени и орден Красной Звезды. Сергей Алексеев взглянул на китель героя. Китель на постоянное хранение в музей передали родственники генерала Андрея Притузова. В торжественной обстановке стороны подписали соответствующий документ. Андрей Иванович Притузов первым из якутян был удостоен звания гвардии генерал-майора. Его военная биография началась с Первой мировой войны. В далеком 1915 году Андрея Ивановича, преподавателя двухлетней школы, призвали в армию. Тогда он думал, уйдет только на год и, вернувшись, продолжит работать сельским учителем. Ну, учителей тогда призывали только на год. Планировалось, что он год там отслужит и вернется. Но жизнь сложилась так, что он продолжил военную карьеру. Служил в Красной армии. В гражданскую войну воевал. После революции у Андрея Ивановича началась новая жизнь с новой фамилией. Стали там обмундирование давать уже солдат Красной армии. Но когда подошла его очередь, там старшина спросил, кто такой, как фамилия. Он говорит, Припузов. Припузов, ну вот, вот тебе новая форма. Отныне будешь ты говорит, служил Припузе, а теперь будешь служить Притузе, будешь Притузов. И вот так пошла у него фамилия Андрей Иванович Притузов. Гвардии генерал-майор Андрей Притузов до конца дней хранил любовь к своей малой родине. Будучи генералом, он не раз навещал родственников в родном Покровске Хангаласского района. Моя бабушка рассказывала, на пароходе приплыл Покровск, такой в белом кителе вышел генерал, такая красота, прекрасно говорил по-якутски. Но самое большое, что можно сказать, как он любил родину, он завещал похоронить его на родине, в городе Покровске. И на сегодняшний день могила у него находится в центре города Покровска. В этом году родственники и односельчане генерала отметят 120-летие со дня рождения Андрея Притузова. В рамках этой даты в его родном Покровске состоятся торжественные мероприятия. Сергей Алексеев, Василий Слепцов, НВК, СХ, Якутск.